В эфире Дагестанское радио. В эфире информационный выпуск «Вести Дагестан». Сегодня среда, 6 декабря. В студии Бедерниса Гусейнова. Доброе утро. Ситуацию в Дагестане обсудили на встрече президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. Руководитель региона сообщил президенту, что сразу несколько объективных показателей сегодня позволяют рассчитывать на успешное развитие экономики Дагестана. Например, по инвестициям. В основной капитал республика заняла первое место среди регионов Северного Кавказа. Другие итоги года тоже внушают оптимизм. За 9 месяцев наша экономика дает позитивную картину по ряду позиций. Неплохо выглядит промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, средняя заработная плата подросла. Реальные доходы граждан тоже. Насколько? 3,3 реальные доходы, средняя зарплата 5,1% подросла за этот год, за 9 месяцев. Больше, чем в среднем по России. По ряду позиций, да. В среднем по России 3%. Да. Безработица сократилась на 6,9%. Итоговая коллегия прошла в Минэкономике Республики. Важным вопросом обсуждения стала реализация инвестпрограмм, а именно в образовании. Ликвидация трехсменной формы обучения в республике пока остается нерешенной. Сегодня в Дагестане 27 школ работают в таком режиме. За оставшиеся дни уходящего года в эксплуатацию будут введены еще несколько учебных учреждений как школьного, так и дошкольного образования. В будущем году Министерство экономики планирует построить 12 школ, 4 детских сада, 3 больницы, физкультурно-оздоровительные комплексы и 4 объекта водоснабжения, отметил исполняющий обязанности министра экономики Райдин Юсуфов. В 27 школах у нас дети учатся в 3 смены. Мы обязаны ликвидацией заняться ликвидацией 3 смены режима учебы. Третий подход. Объекты будут включаться в высокой степени готовности. За последние 4-5 лет, кроме ликвидации 3 смены режима обучения, ни одного нового объекта мы не включили. 6 и 7 декабря в Махачкале в Дагестанском государственном университете народного хозяйства состоится межрегиональный семинар для специалистов в сфере профилактики экстремизма в молодежной среде. Семинар проводится с целью обмена опытом и разработки практических рекомендаций для дальнейшей работы в сфере профилактики экстремизма среди молодежи. Экспертами и участниками выступят специалисты из Дагестана, Ставропольского края, Республик Ингушетия, Северной Осетии, Алании и Чечня. Сегодня состоится пленарное заседание, а завтра состоятся 3 секционные дискуссии по темам семинара. Дагестанское радио. Понятно каждому. Сегодня Дагестан с рабочим визитом посетит исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единая Россия» Андрей Турчак. В рамках визита Турчак проведет совещание с руководителями региональных отделений партии Северокавказского федерального округа и встретится с партийным активом и журналистами. Также он встретится со спортсменами и тренерами специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва под дзюдо. После делегация отправится в Дербент, где посетит один из дворов муниципалитета, реконструированного в рамках проекта партии «Городская среда». В Махачкале встретили участников и победителей 3-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Обилимпикс». Делегация нашей республики стала на этом чемпионате одной из лучших. На родине участников ждала теплая встреча, организованная Министерством труда и социального развития. В ней принял участие руководитель ведомства Расул Ибрагимов и руководитель регионального координационного центра движения World Skills Russia и Обилимпикс Шамиль Магомедов. По результатам конкурсных программ дагестанцы завоевали на чемпионате 2 медали. Луиза Зязикова взяла золото в компетенции психология, а серебряную медаль завоевала Саида Гаджиева в номинации «Переводчик». У нас очень много инвалидов в республике, и наша главная задача, вообще конечная цель этого движения «Обилимпикс» – это трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Кстати, вот победительница, девочка, которая привезла нам золотую медаль, студентка Дагестанского государственного педагогического университета, она уже прямо там же, на «Обилимпиксе» в Москве, к ней подошли работодатели и предлагали работу в департаменте труда и социального развития города Москвы, но родители ее не отпустили. То есть такая практика на региональном чемпионате тоже на надеюсь, у нас будет, когда мы пригласим и работодателей, и сами участники уже прямо оттуда с места могут трудоустроиться.
как много возможностей есть перед нами. И, если честно, хотелось бы, конечно, этими возможностями воспользоваться и достичь более высоких и новых высот. После награждения уже подошел главный эксперт, и она сказала о том, что есть еще и международный чемпионат, следующий этап. Он намечается на 2020 год, и что я буду выставлена как участник от Российской Федерации. Новости культуры. 5 декабря народная поэтесса Дагестана Фазу Алиева исполнилось бы 85 лет. 11 декабря в Русском театре пройдет вечер памяти поэтессы. Продолжит Камила Макаева. Знаменитая дагестанка скончалась в возрасте 83 лет. Ее не стало в ночь на пятницу 1 января 2016 года. Она внесла существенный вклад в развитие дагестанской и российской литературы. Начала сочинять стихи в раннем возрасте, и уже в школьные годы ее считали настоящим поэтом. Фазу писала на аварском и русском языках. Стихи 17-летней Фазу впервые были опубликованы в газете «Большевик Гор» в 1949 году, позже в газете «Комсомолец Дагестана» и журнале на аварском языке «Дружба». Критиков тогда уже поразила начинающая поэтесса и писательница своей яркостью и неординарным талантом. Фазу Гамзатовна – автор более 100 поэтических и прозаических книг, переведенных на 68 языков мира, в том числе поэтических сборников «Родное село», «Закон гор», «Глаза добра», «Весенний ветер», «Мгновение». О том, какой была известная поэтесса в обычной жизни, рассказала член Союза журналистов России, сотрудник Института языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра Российской академии наук Мариза Магомедова. Она была личным помощником Фазу Гамзатовны в последние годы. Доступным, простым, очень добрым. Когда встречала людей, меня особенно, я всегда встречала словами «дирмесет», это обозначало мое золото мое. Она другими словами не называла, она говорила «дирмесет», «дирдарман», это значит мое золото, мое сокровище. Сокровище, самое дорогое, вот какими словами добрыми, нежными называют людей, такое обращение у нее к людям бывало. Меня очень подкупало ее то, что вот когда мы проходили с работы домой или обратно, вот на небольшое расстояние от площади до ее дома, любой человек в форме, вот насколько она была патриот и дома, и на работе, и везде, вот в крови у нее это было, ни одного человека в форме она не пропускала, она подходила к ним, если он один или несколько подходила, и спрашивала: «Здравствуйте, ребята, как ваши дела, как настроение, могу ли я чем помочь вам?» Я еще не успевала увидеть их, а она уже издалека видела и подходила и спрашивала, оттуда же громким, звонким голосом спрашивала, потому что вот она считала, вот человек в форме, мы должны к ним особо относиться, потому что они священный долг свой выполняют. Человек был очень доступный, довольно открытый и откровенный, и очень ранимый. У нее очень много тем, о чем только она не писала. Каждый раз, вот я, приходя на очередную ее творческую статью или что-то, которое она собиралась очередной раз выдать, я приходила к мысли, вот вроде бы она об этом сказала. Эта тема была поднята и в поэзии, и в прозе. О чем, интересно, она скажет? И причем каждый раз у меня возникал этот вопрос. Вот об этом же уже было сказано. О чем, интересно, она еще скажет? Что еще осталось в ее арсенале? И вот после того, как приходишь с ней, она под диктовку рассказывала, я записывала, я убеждалась в том, что это неисчерпаемый клад, клад мудрости, в котором мы все нуждаемся, сколько не будет. Каждый из нас, вот как сундуки, как хурджины, как она любила говорить, то, что бабушка вложила в ее с детства народное, это все, чем мы нуждаемся. Тема Родины, тема любви, тема материнства. О спорте. Семеро дагестанских паратхеквондистов в составе сборной России принимают участие в чемпионате Европы, который проходит с 6 по 8 декабря в Болгарии. Отметим, что на чемпионате Европы прошлого года дагестанские паратхеквондисты принесли сборной страны 4 медали. По сообщению Дагидрометцентра, сегодня по районам республики ожидается местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный 6-11 с усилением днем до 13-18 метров в секунду. В горных районах западный, северо-западный 5-10, местами 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха 3-8 тепла, в горных районах от 2 мороза до 3 тепла, местами до плюс 8. В Махачкале ожидается днем небольшой дождь, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, температура воздуха 4-6 тепла. Вы слушали информационный выпуск «Вести Дагестан», вела выпуск Бедерниси Гусейнова, звукорежиссер Мумия Наталиева. О событиях дня 18.10, а мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей.